Давай начнем с тебя. Наконец-то мажор берет команда Натус Винцер, и вы не проронили ни одной карты. Твои слова. Я пообещал себе, что останусь в Нави и выиграю мажор вместе с ними. Мы сделали это. И много людей не верили в нас. И мы, черт побери, сделали это. Мажор наш! Мажор наш! Это наша игра! Вас поддерживают миллионы, Саша. Что происходило у вас в головах во время карты Нюк? Все, что мы сказали друг другу, мы сказали, что должны верить друг в друга. И мы сделали этот камбэк. Да, понятное дело, что это было 50-50, это не важно. Мы просто верили, мы дрались до последнего. Я горжусь своей командой. Это просто настоящие чемпионы, друзья. Посмотрите на них, на этих красавцев. Бумэдж. Бумэдж уже просто кричит. У вас было очень много проблем, подъемов и падений. Как вы оцениваете этот момент? Это наша мечта. Я горжусь своей командой. Спасибо этой арене. Я люблю вас, ребята. И, конечно же, вас тоже, друзья, у нас в чате. И на Твиче, и на Ютубе. Электроник, как ты чувствуешь себя сейчас? Really great, так сказать, как еще чувствовать? Конечно же, отлично. Мы все очень счастливы. Спасибо всем за то, что болели за нас. Люблю вас, друзья. Сообщает Электроник. Бит, Валера, настало твое время интервью. Is this just the beginning of greatness for you? Валера, это только начало величия. Да. Только начало великого бита, друзья. Пиджейл Стокгольм. You can take it away. Say what you want to your family, my friend. Илья. I love you guys. I love you, really. Любовь, конечно, отправляет. Мы тоже тебя любим, Илюша, мы тоже тебя любим. Я хочу сказать спасибо моей семье за поддержку, которую они оказывали мне все время. Blade. Спасибо. We spoke about Андрей Городенский, Блейд. Is this the beginning of the Na'Vi era? I hope so. Начало ли это Na'Vi эры? Я надеюсь, но мы понимаем, что кругом много голодных волков. И мы сейчас только можем начать говорить о том, что это старт эры. Вы не проиграли ни одной карты на этом чемпионате. Как вы будете поддерживать себя, вот эта мотивация выигрывать постоянно? Мы очень много тренировались и работали над этим. Это был очень шаткий Нюк, но мы сделали это. Стокгольм, Твич, Ютуб, Нави, чемпионы Стокгольм Мейджора!